мы начинаем со специального предложения дня. Встречайте прямо сейчас. Наше главное, наше специальное предложение дня – это шторы. Вот они, вот он, красивый розовый букет. Встречайте. Специальное предложение дня. Шторы кустовые розы. Пахнет весной, пахнет атмосферой женственности, но и пахнет новым статусом дома. А еще посмотрите, какая цена только сегодня за новую коллекцию. Встречайте прямо сейчас. Полный комплект. Мариночка, давайте поговорим о размерах. Это очень важно. И потом перейдем к эксклюзивности нашей фактуры. Это спецзаказ телеканала Шоп-н-Шоу. Эту коллекцию мы очень ждали к Новому году. Она наделала фурора в новогодние праздники. И мы сделали дозаказ специально и по специальной цене. Цене это приятно вдвойне. Итак, наши шторы 150 на 270. Это размер каждой портьера. У нас их две, и они составляют единый рисунок. Здорово. То есть 3 метра у нас закрывается любое окно. Да, на окошко от 1,5 до 3 метров. Отлично. Подойдет в любую комнату. На окно ваше уже подобрали. Юль, да. Ну расскажи, пожалуйста, что за эффект? У меня впечатление, что это просто, знаешь, акварель. Вот он оживает, натюрморт Ренуара, пожалуйста. Очень красиво выглядит, необычно, нестандартно. Это привлекло меня именно в этом заказе. Поэтому, конечно, мы очень боролись за эту коллекцию. Но у меня ощущение, вот лично мои впечатления, что здесь эффект батика, эффект ручной работы. Знаете, когда печать ложится на ткань, это всегда выглядит особенно атмосферно и придает индивидуальности интерьеру. А именно индивидуальность в этом году выходит на первый план. И ваш интерьер приобретает не только статус, так, за счет эксклюзивной, редкой капсульной коллекции, но еще и вы делаете вашу комнату, спальню или гостиную особенной и отличной от других. То есть вот этот эффект ручной работы мы с вами выбираем самое лучшее. Вот этой весной ваша квартира, ваш дом будет самым уникальным, а потому что вы выбираете эффект ручной работы, и как будто бы у вас дома вот это драгоценное настоящее полотно Ренуара. Вот он, ваш натюрморт. Но и с другой стороны, мы с вами следуем трендам, а значит, эти шторы еще и станут самым необходимым, модным аксессуаром вашего дома. Ну и, конечно, не могу не обратить на цену, ведь, внимание, это еще и невероятная скидка. Юль, ну расскажи, пожалуйста, как изменится интерьер? Чего ждать? Какого эффекта? Прежде всего, конечно, эффекты индивидуальности, новизны и преображения. Давайте посмотрим, как в интерьере выглядит современный тренд 2018 года. Это объемные, асимметричные, живые цветы. Прежде всего, подойдут в любую комнату. Мне это очень нравится. Неважно, какие обои у вас, объемный, живой цветок уместен будет при любом оформлении. То есть здесь мы с вами попадаем в десяточку. Интерьеру придаем весенний, свежий, живой вид и, конечно, динамику за счет асимметрии. То есть такой интерьер никогда не будет скучным. В этой комнате вы всегда будете чувствовать свежее дыхание весны. Вот это очень приятно. Согласна. Потому что, ну, зима, вот вы знаете, ну, она всегда затягивается, да, мы всегда раньше зовем весну и всегда хочется этого весеннего настроения. Так, то есть вам надоело, как у всех, выбираем уникальный, модный интерьер прямо сейчас вместе со шторами кустовые розы. Юль, ну, расскажи мне, пожалуйста, почему эффект, вот посмотрите, эффект, как будто бы эти розы живые, объемные. Как этого могли добиться? Действительно реалистично, да? Вот кажется, что букет цветов просто буквально, ну, как прикололи вот так булавочками, будто это живые цветы на полотне. Вы знаете, вот такую реалистичность, объемность и необычную печать, действительно, в акварельном таком варианте, Марина правильно подметила, можно изобразить только на габардине. Вот здесь да, я хочу перейти к ткани. Дело в том, что это особенный тип плетения. Давайте поближе посмотрим. Плетется габардин в корзиночку, в такой вот, ну, в рубчик. Слушай, да, прям как холст, корзиночка. Юль, прям да, как холст, совершенно верно. Именно поэтому выглядит максимально реалистично. Буду художник маслом или акварелью. Как вам нравится, что вы видите, какие у вас ассоциации, именно писал эту картину. Это особенный, конечно, текстиль. Это текстиль для тех, кто выбирает для себя все самое лучшее, кто ищет индивидуальность в доме. Посмотрите, буквально вот хочется в багет поставить, да, сейчас. Абсолютно. Укрыть, и получится как будто картина. Конечно, это необычно. Действительно, мы поставили для вас эти красивые цветы, вы видите,
это действительно оживающая картинка в вашем доме. Давайте разберемся с тканью. Мне интересно, как сделать так, чтобы и сама фактура прослужила долго, Юль, сама ткань, и самое главное, чтобы цветы никуда не делись, не смылись. Вот это молодец, это практичная хозяйка. Очень важных два вопроса. Вот когда мы говорим о практичности, я всегда это делю на две части, этот ответ. Дело в том, что, да, что нужно хозяюшкам, чтобы узор продержался, да, как можно дольше. Шторы мы приобретаем с вами не на один год, и это абсолютно понятно. Угу. Здесь у нас с вами эффект объема на габардине, еще и за счет уникальной сублимационной печати. И именно за счет метода сублимации у нас с вами узор держится больше 15 лет. Вот если мы сравним с тобой с обычной печатью, вот, ну, 5-я, 6-я, 7-я стирка. Это обычная, да, печать? Да, это обычная печать сейчас на экране. Вот мы постирали или на солнечную сторону повесили, видите, краска отлетает. Вот чтобы не было негатива, вот чтобы мы не расстраивались, я предлагаю доверять современным прогрессивным технологиям. Сублимационные красители, вот, Маришенька, посмотри на границы узора. Да. Они делаются, знаешь как, с давлением, с высокими температурами, поэтому узор держится настолько качественно и долговечно, не теряя даже на полутон своей яркости после стирок. Вопрос на засыпку. А вот сколько прослужат эти шторы? Ну вот 15 лет – это минимум. Вообще, я, мое любимое слово в отношении габардина и красителя могу назвать навсегда. Я знаю, что все любят наши ведущие, когда я так говорю, потому что это прекрасно, когда любимые вещи служат долго. Но если вам нужна цифра, то от 15 и более. Послушайте, мы с вами выбрали самые модные шторы, если говорить о принте. Это просто тренд. Не как у всех. Далее мы с вами выбрали изысканные. Но и прямо сейчас мы с вами еще выбрали качество на века. Юль, теперь важный вопрос, не придется ли потратиться на шторную ленту? Абсолютно не придется. Шторная лента пришита. Это универсальное крепление, а значит, подойдет абсолютно на любой карниз. И какие там у вас крепления, тоже абсолютно не имеет значения. Да. Ну, может, крючочки там, или крокодильчики, или колечки. Там на шторной ленте есть петельки. Поэтому это удобно. Это абсолютно беспроигрышный вариант, кстати, в отношении подарка, да? Здорово. Потому что окна все-таки разные у всех. А здесь вы не прогадаете. Ты знаешь, мне еще нравится, пришла посылка. Оплата, кстати, никаких предоплат. Оплата в момент получения на почте. Пришли, забрали посылку и сразу повесили. Фантастика! Итак, вы искали не как у всех шторы, вы их нашли, они модные. Далее, вы искали самое лучшее, вы искали то, что будет отличать ваш дом, что подчеркнет ваш статус. Вы самая правильная, самая мудрая хозяйка, и ваш дом выглядит богато. Эти шторы для вас. Успейте заказать. Наше главное предложение дня – шторы «Кустовые розы».